чего я не мог никак до тебя дозвониться? Все в порядке? Эй, народ, это мой сын. Ну-ка, поздравьте его с Новым годом. И вас также. Папа, как в твой малюсенький автобус набилось столько народу? Когда? Новогоднее чудо, не иначе. А почему ты еще не дома? О, мы тут попали в такую снежную бурю. Вообще. Ты в порядке? Да, в полном. Просто я и все эти замечательные люди не успеем к новогоднему столу. Мне жаль, правда. Да ты чего? Это самый веселый праздник из всех, на которых я был. Ты представляешь, мы выехали из прошлого года, а приедем уже в новый. И главное, тут столько людей, и все с семьями, с друзьями. Вам же весело, народ! Круто, папа, подожди секунду, не отключайся. Кто это?